Снижение цен на китайские фрукты на Камчатке не будет до тех пор, пока Россельхознадзор не снимет ограничения на их ввоз. Об этом сообщили власти региона. В конце прошлого года на полуострове подорожали китайские цитрусовые и особенно мандарины, после чего они совсем исчезли с прилавков. В правительстве отметили, что дефицит связан с ужесточением требований таможенного контроля из-за распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, скоро камчатские прилавки перестанут пустеть и заполнятся овощами и фруктами из Китая, Кореи, Турции и российских регионов. Первый из трех пароходов уже привез товар. До конца недели прибудут еще два.